Мастерили вместе. Сегодня в братском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла первая встреча любителей оригами. Поучиться у постояльцев и сотрудников учреждения древнему японскому искусству пришли школьницы. Представительницы слабого пола двух поколений осваивали и вспоминали так называемую модульную технику. Из маленьких и легких выполнений треугольничков потом вырастают, к примеру, вазы. Постояльцы дома-интерната практикуют складывание фигурок из бумаги уже полугода. Правда, любительниц пока немного, всего 6 человек. А теперь решили совместить приятное с полезным. И пообщаться с гостями, которых здесь любят и ждут, и поделиться с ними своими умениями. О такой встрече здесь мечтали давно и надеются, что она не последняя. Чем чаще, тем лучше. Это будет зависеть, наверное, я думаю, от желания детей. Вот, потому что мы всегда с открытой душой. Мы любим, когда к нам в гости приходят, всем все нравится. Ну, в принципе, у нас люди все позитивные, потому что люди творческие, они всегда позитивные. Если, я думаю, что ребята пришли, у них тот же самый настрой, им это интересно.